Приветствую! Вы находитесь на канале Ретроцикл. И сегодня мы рассмотрим мотоцикл Днепр. Изначально эта модель называлась Днепр МТ-9. Но заказчик был не против того, чтобы на двигателе присутствовало 12-вольтовое зажигание. И поэтому мы оставили тот двигатель, который был именно на доноре. Этот мотор уже от следующей модели. Я так думаю, что он от модели 1036 с 12-вольтовым генератором. В общем-то, собственно, самое главное отличие от Днепр МТ-9. Вообще, сам мотоцикл Киевского мотоциклетного завода не очень частый гость в нашей мастерской. Сделали мы их меньше даже, чем Уралов и М72. В основном их заказывают приводные, то есть с ведущей коляской. А этот же Днепр не имеет привода на коляску. Он в стандартном исполнении. Когда мы столкнулись с реставрацией мотоцикла Днепр МТ-9, у нас возникли некоторые трудности. А именно, почему-то всем нам казалось, что Днепры, они практически все одинаковые. А по факту вышло, что у них достаточно много именно своих отличий на каждую модель. Что касается именно 9-го, то первое, что у него очень своеобразное крепление поворотников. Найти его очень тяжело. Поэтому мы решили сделать собственную. Также одно из самых больших отличий – это форма заднего крыла. У него нет откидывающейся калитки для того, чтобы доставать заднее крыло. И, соответственно, само крыло ниже, чем у Днепра, допустим, МТ-11. У него сделано крыло короткое и присутствует брызговик, который позволяет доставать заднее колесо. Также стоит отметить, что на этом Днепре стоит бак как капелька, то есть такого же вида, как на К750. У него отсутствуют поворотники на коляске, то есть у него есть только габариты и задний стоп-сигнал. Своеобразного вида у него задние фонари. Также форма руля не такая, как на Днепре 11. Все рулевое управление у него точно такое же свое. Здесь присутствует монетка, на которой опережение зажигания и ближний и дальний свет, который приводится в движение тросиком. Пришлось нам оставить ее фейковую. Сейчас мы сюда сделаем тросик, который не будет ничего приводить, потому как, я уже сказал, двигатель уже современный, и там нечего опережать, потому как там автоматическое опережение зажигания. Самая клевая вещь на этом мотоцикле – это зеркало. Его сейчас здесь нет, оно в малярке. Также на нем стоят вот эти вот пробки передней вилки, они еще пока старые, потому что новые, они точатся и приедут буквально на днях. Также у этого мотоцикла отличие в передней фаре. Она выполнена в форме капли. Также еще столкнулись мы с такой вещью, как фары вот такого вида. У нас лежали очень много, и все, на всех на них было нарезано по 4 отверстия. Я всегда раньше думал, что это колхоз, просто люди врезали себе сюда лампочки, чтобы там были какие-нибудь поворотники или что-то еще. А нет, это настоящее отверстие под зарядку, предохранитель, лампу нейтралки и лампа давления масла. А дальше все как обычно. Весь мотоцикл мы разобрали полностью, отдали в пескоструй, все детали отдали в гальванику и начали его обратно собирать. Поставили сюда кованые поршни 79 мм, родные карбюраторы, обкатали этот двигатель, накрутили на нем порядка 100 км. Мотор полностью исправен, работает, не греется, заводится, есть зарядка, давление масла присутствует. Из проблем, конечно, здесь возникло то, что после гальваники детали не приходили довольно-таки долго, поэтому мотоцикл собирался действительно долгий промежуток времени. Но все-таки сейчас он уже готовый, на нем сшит чехол коляски, внутри все обшито, новый салон, также постелены резиновые коврики. Он готов к поездкам и к тому, чтобы открыть на нем сезон. Выхлопную систему на него делал наш польский кореш Ёбжик, сделал ее обалденно. Вся она пришла к нам хромированная, встала туда без проблем и каких-либо переделок. Если вы хотите заказать себе такой же Днепр и у вас есть донор, то привозите его в нашу мастерскую, мы вам сразу его отреставрируем. А если нет, мы его найдем и проделаем с ним такой же спектр работ, как на этом Днепр МТ-9. С вами был Юрок, всем ровных дорог!